Подарок к Новому году сделали для жителей Самары областные и городские власти. В Кировском районе по адресу Ташкентская, 184А, открылся новый детский сад, рассчитанный на 132 воспитанника. В дошкольном учреждении будут работать три группы для детей раннего возраста на 60 мест и 72 места для детей от 3 до 7 лет. В дошкольное учреждение уже начали ходить 37 малышей. Здесь светло, по-настоящему тепло, очень хороший уровень технического оснащения и наглядные пособия, игрушки, они, ну, что называется, по последнему слову техники, очень высокого уровня. Это такой яркий результат реализации национального проекта «Демография», который был инициирован президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И правительство региона, губернатор Самарской области, естественно, ставил задачу по ликвидации очередности в детские сады в качестве приоритета, и нам действительно это удалось. Открытие любого объекта социальной сферы, уж особенно детского сада, особенно в Кировском районе, конечно, это огромное значение. Более того, хочу сказать, что в этом детском саду уже есть детки, которые живут не в Кировском районе. Сюда будут привозить детей и из других районов, что нас тоже, конечно, не может не радовать. Мама двухлетней Полины, Ирина Лустина, теперь может вздохнуть спокойно. Говорит, очередь в детский сад подошла даже раньше, чем она рассчитывала. Но дочка растет очень активной и в сад начала ходить с удовольствием. Мы очень рады тому, что садик новый, что наша Полина пошла как бы одной из первых в этот сад. Все отзывчивые, и заведующие, и заместители, все нас приятно приняли, с нами поговорили, объяснили. Ребенок наш хорошо адаптируется. Когда мы пригласили родителей на день открытых дверей, им настолько понравился наш детский сад, что они готовы сюда даже возить своих детей. Детский сад будет работать с техническим уклоном. Помимо классических занятий музыкой и физкультурой, здесь будут проводить уроки робототехники и технического творчества. С 2018 по 2021 год в Самарской области было построено 47 новых детских садов. Еще порядка 1000 мест откроется в текущем году, в том числе и в детском саду на Ташкентской. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.